Надеюсь, все-таки будет прям серьезная такая заруба сейчас, что Док наконец собрался и понял, что ему делать, а Кингуша уже показывает максимум своих возможностей. И сейчас после небольшого перерывчика они сейчас посидят, обдумают. Но они решают они какую-то техническую проблему, из-за которой там паузу нажал, чтобы такого ни в коем случае не произошло еще раз. Ну, Док-то точно ничего менять не будет. У него все хорошо, он наконец-то нашел вариацию, на которой ему стоит здесь поиграть. Он-то менять ничего не будет. Да. Но я считаю, что и Кингуша нет смысла ничего менять, все нормально. Что еще было? Были нереальные контры телепортов телепортами. Да, да. Это было... контра прыжка телепортом. Да, да. Но прыжки телепортом — это такая вещь, достаточно распространенная. Но вот как он отконтрил телепорты телепортом, это было что-то новенькое, свежее и вообще. Но Док хорошо сконфермил. Да. В целом мне прям понравилась игра Дока на Ширерю. На Ронине он, конечно, чувствовал себя немного лучше, но... Знаешь, ему еще урона, по-моему, на Ронине не хватало. Да, тоже возможно. Потому что урон-то, собственно, у Ронина угловой только. Он не выжимал урон, он попадал оверхед в блок серии, вот этот B2-1, да? Да. Он делал лоу-удар, но не конфермил его. Это не конфермится, да. Но он мог предугадывать и, допустим, выкидывать меч. Да, мог. Это, во-первых, продолжало бы прессинг, во-вторых, это могло бы выводить на урон. К сожалению, такого не происходило, и как следствие у Кингуши осталось много жизни. Продолжается. Да. Это все еще последняя, возможно, игра потенциально для Кингуши. Ох, отличный вифпаниш от Дока. Это будет много урона. 26 дизметра и выход на сетап, который никуда не продолжает бьет. Прыгать назад Кингуша. Верит в свои прыжки назад. Вероятно, Док сейчас начнет больше махать B1. А, снова! B2-1. Махай B2-1. Как он это делает? Не тот серию ты используешь, Док. Да. Все равно он верит в эту серию. Да, но он отконтрил в этот раз. Да, но она медленно, у нее очень много ударов перед тем, который, собственно, контрит прыжок. Там Кингуша только что прыжок с ногой отконтрил в дайв-кик на вифе. Хороший D2. Да, это, возможно, крауч-тех против бросков. Ох, сконфермил, что попал по воздушному. Док решает брейкать. И снова йоло дайв-кик, который, возможно... Да, это раунд. Который будет раунд. Матчпоинт у Кингуши. Один просто заблоченный дайв-кик. Да, да, бы, да. Дал бы раунд Доку. И снова так... просто дайв-кик сырой. Сетапы через шляпу. Снова прессинги. Да, выбил наконец-то прессинг через D1. Хороший, о, хороший сетап. 35%. Фига урона. Дал на вы... Блин, сырой бросок от Кингуши. Док что-то там сильно пореспектил его. И... Здесь я не знаю даже, что сказать, я не понимаю, почему Док отпустил блок. Вообще никакого смысла не было в этом делать. Очень много метров у Кингуши. О, хорошо присел под... Хорошо присел... Блин! Что? Да происходит... Просто клатч, матчпоинт у Кингуши, у него очень много... Док просто... Ему повезло в нескольких ситуациях, но он потом сделал телепорт и умер. Да, и бруталочка от Кингуши. Там Док наделал кучу ошибок в конце, но ему жутко повезло, его не наказали ни за одну. И он побежал камбэкать, но сделал еще одну ошибку. Он просто приехал телепортом в блок. Так или иначе, я хочу напомнить, что Док все еще играет в турнире, потому что это был финал Венерок. Он ожидает сейчас победителя текущего. Да. Он ждет победителя текущего боя. Сейчас у нас будет играть Влади против Гарри, да?